Девятая серия. Миран Асламбей, который прибегает к любым способам для спасения Раян, будет разбит после ее слов, цитата: «Произошедшее здесь, здесь и останется». С того момента, как Раян приняла предложение Азата, дела в обоих особняках запутались. С одной стороны, Хандан и Джихан Шадоглу, которые не хотят женить своего сына на Раян, а с другой – Азиза Асламбей, которая каждым днем упускает из рук Мирана. Со всей этой путаницы пересекутся пути Мирана и малышки Гюль. В особняке Шадоглу снова напряжение. С одной стороны, Азат, который встал против своего деда Насуха Шадоглу, а с другой – Ярен, строящая новые игры и планы, чтобы снова устроить заваруху. Миран, который рос, чтобы отомстить, запутался в своих мыслях и чувствах.